Здравствуйте, дорогие друзья! 130-й псалом. В сути, этот псалом говорит о том, что избавление придет, даже если заслуг не будет, по милосердию Всевышнего. Это очень хорошая новость. Как бы ни был написан тяжек груз преступлений, он искупит, если мы воззовем к нему. Для защиты вообще общины это очень сильно написано сгула читать 130-й псалом. Для спасения от преследователей читать на все четыре стороны света, и тебя не найдут, там не обнаружат или как бы отцепятся, как говорят. Написано, что если человеку нужно зайти в какую-нибудь скалу, в расщелину, в пещеру, спуститься в опасное место, в яму, надо вначале прочесть Тегилим 130-й. Почти все древние источники пишут о том, что это очень хороший псалом для пересечения моря от разных опасностей, связанных с водой. Рекомендуется читать, когда плывешь на корабле или на другом судне, тоже читают. Книги Заар, первый перек вот, Тегилим 130-го, считается очень магической, такой сильным, и песнь из глубин возвал я к тебе, и спрашивают, почему не написано, обычно пишут песню, так кто пел эту песню? Написано, что в будущем все люди вот эти слова как раз скажут, потому что вот этот псалом останется навечно. И еще второе, что пишут, что здесь зашифровано то, что тот, кто из глубины молится, из глубины сердца, то всегда достигает его молитвы. Вот, пожалуй, все. Браха ватлаха.